туристический поход по Налчевской долине приглашает камчатских подростков и их родителей туристический клуб «Альтаир». Путешественники смогут познакомиться с уникальной природой Налчевского парка, искупаться в горячих источниках, побывать на акских нарзанах, Шумнинском водопаде и Вершинских озерах, сообщает мэрия Петропавловска. Поход продлится с 9 по 17 августа. В нем могут принять участие подростки в возрасте от 14 лет самостоятельно и вместе с родителями. Узнать дополнительную информацию и записаться можно у руководителя похода Зайковской Татьяны Станиславовны по телефону, который вы видите на экране.